15-летний Жулусхан Микюрдянов может часами рассказывать про обогащение алмазов и даже знает, как этот процесс усовершенствовать. В сентябре 2022 года школьник с научным руководителем Юрием Подкаменным начали работу над проектом «Разработка индикаторов алмазов для рентгенолюминесцентных сепараторов». Сегодня в алмазных компаниях в основном используют натуральные индикаторы. Жулусхан для своего проекта изобрел химические. В январе 2023 проект отметили на республиканском уровне. Жулусхан стал дипломантом третьей степени в научно-практической конференции «Шаг в будущее». Мне это направление очень интересно тем, что как бы это то, благодаря чему мы алмазы получаем. Потому что добыл-то ты эти алмазы добыл, а вот теперь попробуй отдели их от массы других руд. И тут на помощь приходит обогащение. Этот опыт мне очень сильно понравился, я познакомился с многими людьми, вообще, в принципе, сменил обстановку. Мне дали возможность сверкнуть перед кем-то. Жулусхан и правда сверкнул. Научную работу заметила дочернее общество Алроса «Алмазы Анабара». Помимо звания лауреата третьей степени, мирнинский школьник получил спецприз от предприятия. В «Алмазах Анабара» даже планируют запустить проект Жулусхана в дело. В акционерном обществе «Алмазы Анабара» применяют такие индикаторы, и поэтому отдел обогащения нашей компании готов провести промышленные испытания индикаторов, которые разработали Жулусхан Микюрдянов и его научный руководитель. Это первый опыт участия школьников в научно-практических конференциях. Его проект включили в программу для школьников алмазного региона «Техномодуль Алроса». Алмазная компания поддерживает проекты учеников, направленные на улучшение производственных процессов. У него проект достаточно серьезный. Он как раз напрямую влияет на процессы, на обогатительные процессы компании. Заинтересовались «Алмазы Анабара». Также есть перспектива и на Мирнинской, Айхальской, Удачнинской площадке, то есть попробовать свой проект. И в случае успешной реализации можно вплоть до того дойти, что открыть малоинновационное предприятие. Сейчас Жулусхан готовится к очередной конференции. Звание дипломанта на республиканском этапе научно-практической конференции «Шаг в будущее» дало ему право попробовать свои силы на всероссийском уровне. Анна Винокурова, Артур Голиков, медиакомпания «Алмазный край».